Сцепка гидравлическая. Сцепка гидравлическая, 21 борон. Івана відправили на фрегати. Що воно грязне таке. Привезу ячмінь на посил. Нормально так задер. Скания дає прикурить. Він розгорне зараз його. Все, зараз опусте. Зараз з хлопцами покипим, да? Ну. Всем привет. Подписчикам и зрителям. Сегодня с бригадой Ух с пацанами будем грузить пассивный ячмень, завозить склад, потому что фура приехала, высыпала. Не получается высыпать в складе, склад низкий. Так что сейчас понюхаем трохи пылюки. Надыхаемся с пылюкой, грязноватый ячмень. Так что сейчас будет контент. Рабочий процесс пошел, грузим газон, завозим в склад. Хлопцы. Остатки сладкие. Догружаем остатки.
Вот так прошел у нас рабочий день. Пол обеда на бригаде там работали, помогали делать культиватор. А вторую половину дня выгружали КамАЗ, заметали, бортували. Так что, кому было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на YouTube канал и Instagram, ссылка в описании. Всем пока!